23 и 24 марта в Новом Уренгое состоится 6-й газовый форум «Газ, нефть, новые технологии Крайнему Северу». Участниками станут компании топливно-энергетического комплекса, производители и поставщики оборудования, дорожной и иной техники. Они продемонстрируют свою продукцию, разработки и достижения. 568 детей Нового Уренгоя летом отправятся отдыхать за счет окружного бюджета. Заявочная кампания на получение путевок в самом разгаре. Уже зарезервированы все места в лагере Болгарии, в Крымском смарт-кэмп, в Шахтинском текстильщике, в Туапсе и Тюменской ребячей республике. Разобрана часть путевок в лагеря «Премьера» на юге и «Снежинка» в Тюмени. Ямальская сборная по акробатике готовится покорить Россию. В начале апреля в подмосковном Раменском состоится командное первенство по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. В составе нашей сборной 16 атлетов, воспитанники тренера Гулюси Чубакова из Карачаева и 2 акробата из Ноябрьска.